Он здесь людям помогал, всем народцам, таджикам, не только таджикам, всем мусульманам он помогал. Вы обращались лично к нему за помощью? Я-то нет, ребята обращались к нему за помощью. Я еще не успел. Какая помощь, например? Ребята? Ну, он как... Как? Вы знаете, что его сейчас по запросу таджикских спецслужб арестовали и увезли в Таджикистан? Вот что вы про это думаете? Знаете, что думаю по поводу этого еще? Ну, не знаю, его имя слышал, не знаю, кто это. Но он таджик, из Таджикистана. Ну, это, вот это знаю. Ну, поддерживает мигранты. В общем, не знаю. Ну, который на улице остался без документов, ну, помогает, да? Такой человек. Зат ОМОН? Да. Ну, я как-то слыхал про него. Ну, ладно. Ладно, знаю. Доброго вам вечера. Он уже на это Россия, все таджики помогли, когда вирус был, помощь привезли, где кто, где живет, дети, которые на больнице, деньги собирал на лечение. Он хороший человек был. Он сейчас нету, не знаю, куда он делся, никто ничего не знает. И сейчас его задержали спецслужбы и передали в Таджикистан. Как вы думаете, почему? А я откуда знаю почему? Тогда эту политику я не знаю, сынок. А так из-за того ОМОН знаю, мне тоже помогла за деньгами, за питание, когда вирус здесь был, за всех. Сколько раз я ходил, что захотел, он отдал меня. Вот это знаю. А такой политики я не знаю, сынок. А зачем его держали, зачем отправили, не знаю. Ну, как вы думаете, чем он мог помешать властям Таджикистана? Ну, как сказать, потому что все таджики, Германия, на Америка, на Россия, все дворники им работают, все вот туалеты убирают, все вот сиделка сидит, а он все Таджикистаны себя взял. Он был для мигрантов все. Он был защитником. Он для нас был все. Вот сейчас мы потеряли своего родного человека, нашего защитника. Вообще сейчас для нас как будто, для мигрантов, как будто человек, который для нас все, его нету. Поэтому, пользуясь случаем, хотели обращаться к президенту уважаемому Имамали Рахмону, что человек, который для нас все делает, и до сих пор делал, и в прошлом, и в будущем, и в настоящее время. Как сказать? Он для нас нужным человеком был. Может, для вас какие-то там плохие слова сказал, не знаю. Но... За что его могут преследовать? Ну, основное, могли бы преследовать... Ну, за пару роликов, за пару критик. Но он конкретно не критиковал никого никогда, ни разу. Но он критиковал по чуточку, но у него плюс ко всему еще было и предложение. Как можно было от таких ситуаций выйти? Как должны работать сотрудники посольства там, и сотрудники других там структур?